Сегодня, 5 мая, Саратовская городская сила спасения отмечает свой небольшой юбилей, скажем так, совершеннолетие, 18 лет со дня создания нашей службы. Вот, в связи с этим мы решили сделать небольшое торжественное мероприятие, торжественное построение, где наградили особо отличившихся спасателей, сотрудников учреждения за высокие успехи, за высокие показатели профессиональной подготовки в работе. На мероприятии присутствовал заместитель начальника управления защиты населения территории города Саратова. Также присутствовал начальник 3-го отряда Федеральной противопожарной службы. Наши коллеги с областной службы спасения в лице руководителя областной службы спасения Юрия Юрьевича Сергеевича. Также присутствовали гости, наши коллеги с Энгельса, коллеги с Балакова, ветераны, те ребята, которые у нас работали спасателями, те, кто занимал раньше должность руководителя. Это Малинин Владимир Ильич, который создал эту службу и 17 лет отдал всего себя этой службе. Также другие гости, вот, которые непосредственно, плотно работают с нами, знают нашу службу как изнутри, так и